знаю, в отличие от Тимона, где ты стоишь. Будьте объективны сегодня, а? Прошу вас очень. Дай протру объектив. Здорово. Всего вам доброго. Я знаю. Так. Какое же судейство будет сегодня? Почему вы так настроены критично? Вы бы какое хотите? Объективно? Ну, значит, так и будет. Да? Да, вы передали от судей? Нет, мы передали. Вы передали, чтобы было объективно? Да. Это важно, да. В начале сезона. Да, потому что... И перед каждой игрой. Нет, просто после начала сезона, после первой этой игры пошли все в кресло. Какие? Биокресла? Нет, ну кресла, которые... Есть биокресла, биотуалет. Где проверяют реакцию. Не обращайте внимания. Ерунда, да? Да. Это не самое главное. Спасибо. Да. Серию. Как здоровье? Андрей Павлович, хорошо будет судить? Ну, объективно. Плохо-то он должен судить. Потому что вот Михаилу иногда не смешно бывает после матча из Спартака. Мне иногда не смешно бывает. Понимаете? Да, честно говоря, мне тоже, да. Ну и все. Я смотрю на Лигу Чемпионов, кое-где тоже не смешно бывает. Угу. Я сейчас не о том, как играют наши команды. Вы считаете, что иногда преувеличена бывает эта история, связанная с жалобами? Всегда? Искусственно создана истерия. А за этой ширмой удобно прятать другое. Плохой футбол? Делайте выводы. А кто создает истерию-то, Андрей Павлович? Ну, кто создает? Вот Михаил не создает, Ходорев. Может, конечно, есть. У меня несколько. Это из публичного дома, по-моему. Что-что? Откуда, Андрей Павлович? А он вас записывает, да? Да, нет, надо... Пошли. Иначе, Андрей Павлович. Иначе. Задурили тут меня. Да. А каким? Голубым или белым? Как вам? Или розовым? Удачи судьям. Так, а сейчас я с вами, да?